прислал. Вот. Вот видите, святой укупник. Это наш художник сделал, потому что так укупником замучили. Вот так рождаются мифы. То есть, когда вам какие-то умные люди, изучающие мифы, Кэмпбеллы какие-то пишут, да, то вы поймите, что иногда вообще под мифом нет никакой реальной основы. Абсолютно никакой. То есть, когда говорят, вот под мифом есть какая-то реальная основа или там намек какой-то. Иногда бывает прямо противоположно. Вот видите, как у нас с укупником, хорошо или нехорошо получилось. То есть, кто-то просто протроллил, поугарал по поводу укупника. Кто-то стал донатить от имени укупника. И все, и понеслось, что укупник самый главный революционер в России. И представляете, вот если бы не было информационного мира, да, а то только передавалось бы из поколения в поколение такими сказителями, то про Мальцева, про Навального никто бы, наверное, не знал бы уже через 200 или там через 300 лет, а рассказывали бы про великого революционера-укупника, святого укупника. Гениально совершенно. Масонская икона однозначно. Укупник наше все. Да, это прекрасно. Это просто прекрасно. То есть, вот я прикалываюсь, конечно, но видите, от меня ничего не зависит. Это сама пошла информа. Это вот то, о чем я говорил. То есть, некий автономный субъект информационного мира. Вот там и укупник, наверное, уже изыкался весь. Обыкался, скажешь, какая революция, о чем речь, я-то тут при чем? А его уже без него женили, уже развивают его, и он и там, и сям, и все. Да, там осталось комиксы нарисовать, где там укупник Путина убеждает и прочее, понимаете? Так вот и есть. Очень часто вы кого-то берете, некого героя, да, который там, ну, как-то засветился там, случайно, что-то он сделал там, тявкнул на Путина случайно или еще там что-то он сделал случайно и так далее. Ну, как попал, как кур в очередь. Да, ну, там кого-то, может быть, посадили, вот как того этого, который работал в Роскосмосе, да, журналюгой у этого, у Димы-то, у Рогозина, да, вот, и все, он герой, понимаете, то есть уже информа развивается без него, кто он, что он там, ну, хлебосос он, и их хлебосос, с ними он работал, с ними, ему платили за то, чтобы он вас дурил, а сейчас он герой, почему, потому что они его посадили. Поэтому он герой. Вот так рождаются мифы. И святой укупник – это как раз вот святой этого мифа. Это надо ему как раз молиться, когда нужно, чтобы был это, результат. Результат. Ну ты прикололась. Назовем улицу Путина в Грозном, улица донатов укупника, да? Очень хорошо, укупник наш. Спасибо, что вы смотрите. Вот, донатов, улица донатов укупника, это хорошо сказано. Название смешно? Такое. Да, ну как нет, вот... Нет, промолиться. Как были эти, как пароходы были там, по Волге плавали с названием «Память товарища Азина» и «Память товарища Маркина», которые с этими, с колесами, колесники, «Спартак», «Память Азина», «Память товарища Азина», их нам сказали в 92-м году, что забрали, чтобы на реставрацию, и скоро мы их увидим на Волге, больше мы их никогда не видели, да, на реставрацию. Татьяна Кувшинка, по необходимости, спасибо. Антон, мы победим, спасибо. Укупник Аркадий, спасибо, Аркаш, надо обязательно еще раз показать святого укупника. Без вот этого... Ты людям скажи, кто такой укупник на самом деле, потому что реально есть люди, ну, поколения все разные, Слава. Ну, ты скажи, вот музыкант сейчас... какой-то, абсолютно
такой левый. Не, да. Ну он, ну почему? Ну у него репертуар такой забавный, как забавный. Он, да, особо, и сам он забавный. Особо он, как сказать, не перетруждается, то есть оперным голосом не обладает. Да. Внешность у него соответствующая его голосу. Поэтому. А самое главное. Ты кто следующий будет? Корнелюк? Корнелюк. Слава, нет, расскажи романтическую историю про укупника. Про укупника, за да. что ему досталось? Да не, ну я думаю, что это есть судьба. Это, не надо это, да, нет, это карма. Это карма. Я ничего не придумывал насчет укупника. Он появился, да, сам. Да, он появился сам. То есть вот информа такая в моих передачах, ну так же, как «Уберите Гиркина, не ори мне в ухо», оно как-то само собой получилось. Да, да, там окунь, трясущий стол и прочее, прочее. А почему я подумал, что это карма? Потому что в свое время давно это уже было. Мы были в Ялте, тогда еще Ялта была украинской, да, и увидели укупника. И моя жена, еще девушка тогда, она подошла и попросила разрешения с ним сфотографироваться, а он отказал. Я тогда так удивился, думаю, нифига себе, зачем, а что ты отказал-то? Вот видите, вы его даже, да, не знаете, а он даже отказывался с ним сфотографироваться. Да. Он чувствовал себя супер-мега-звездой, занятым очень. В общем, не нашел он время, чтобы с нами... Да, у гостиницы «Арианда» это было. И вот теперь вот он, да, за это за все рассказал. В которой снимали фильм «Асса». Так что, нет, ну это же я не сейчас скажу, нет, вот он отомстил. Слушай, укупник появился сам. Да. А мы с тобой буквально эту историю недавно обсуждали, я говорю, если, ну, карма, узнает укупник, что это карма, да, он посидеет просто вообще, куда его привязали, к каким историям. К террористам. Причем спонсор самый первый. Да, стал спонсором террористов и этим, и святым, террористическим святым. Слава, я думаю, сейчас нас смотрит художник наш. Да. Да? Вот люди тут, вот сейчас попроси, чтобы люди проголосовали, может, ты сам как-то ответишь на этот вопрос. В общем, люди просят, чтобы святого укупника наделили колом. То есть, просто святой укупник без кола быть не может. Да. Так что обращаюсь к нашему художнику, да, но не буду по имени называть, чтобы непонятно было, кто он, да, но кол просят. Кол. Хотят укупник, чтобы в руках кол еще такой держал, опираясь на кол, как на посох. Хорошо, если вазелин не предложили. Да.